сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать. Я не дрожу, едва завижу я боксерский ринг с его канатами. Вновь молодею я, мои друзья, когда работаю с ребятами. Боксерский ринг едва завижу я, вновь молодею я, мои друзья. Горит огнем душа моя, прилив отпаги чую я, и молодею я, мои друзья. Всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать. Кто с вами, Иван Васильевич? Была ли у тебя когда-нибудь мечта? Была, Иван Васильевич. Нет, не было у тебя такой мечты. Не было, Иван Васильевич. А у меня была. И сегодня... Я ее встретил. Что вы, Иван Васильевич? Человек был пожилой и вдруг встретил ее. Савельич, ее, мою мечту. Вот я вам сейчас все расскажу. Иду я сегодня по парку культуры и отдыха. Но вдруг внимание мое привлекает силомер. Заинтересовываюсь, подхожу, смотрю, и вдруг... Откуда ни возьмись, появляется военный. Ну, богатырь, ну, лев, орел. Этот богатырь платит 2 гривны, этот лев берет колотушку, этот орел ударяет. Симфония. Силомер в щепке, заведующий в слезы, толпа в восторге, а я в обмороке. Теперь вам понятно, кого я встретил. Я ждал его всю жизнь. Я высматривал его на парадах. Он мерещился мне во сне. Я знал, что где-то растет человек, который прославит наш советский спорт и откроет новую страницу в истории бокса. А где же он? Почему же вы его не привели? За ручку. Это бы сделал именно Шишкин из мотора. Но и В. Привалов знает, что он делает. Если человеку суждено быть чемпионом, он сам придет. Не придет. Придет. Не придет. Ох, придет, такие не обманывают. А вы убеждены в этом, Иван? Я убежден, что в эту самую минуту Никита Крутиков входит на стадион. Я пошел переодеваться. Быстрее. Простите, что это за парень? Какой парень? Ну, а вот этот. Это, голубчик, не парень, а чемпион Москвы по боксу Юрий Рогов. Понятно? Понятно. А меня как раз просили зайти в секцию бокса «Метеор». Вам нужен не метеор, а мотор. Нет, мне кажется, метеор. Это многие путают. Вам нужен мотор. И в частности, тренер Шишкин. Это я. Пошли.
придет. Не придет. Что ты все время жуешь? Витамин. А? Нет, Б. А? Граждане. А, граждане, шли бы вы лучше домой. Ведь ей-богу, пора зал закрывать. Подожди минуточку, Савельич. Подожди минуточку, Савельич. Ну чего ждать-то, все равно он не придет. Придет, непременно придет. Жаль, что я его не привел с собой. За ручку, как Шишкин из мотора. А? Шишкин из мотора. Шишкин, входите. Здравствуйте. Что вы так поздно задержались? Да так кое-что обсуждаем. Ну, Шишкин, теперь держитесь. Хоть за вас выступает сам Рогов, но мотору придется туго. У нас ожидается классный новичок. Он, правда, еще пока не пришел. Но обязательно придет. Новичок? Новичок. Но данные исключительно. Кстати, у нас тоже завелся один новичок. И тоже замечательный. Что вы говорите? Да-да-да. Грудь, руки, лодыжки, затылок великолепный. Я только что с ним сейчас занимался. Талант. Кто такой? Очень многообещающий боксер. Какой-то домобилизованный военный. Не то Крутиков, не то Жгутиков. Крутиков. Ого-го. Никита. Он самый. Это мой новичок. Это наш новичок. Это наш новичок. Товарищи, я только что видел его раздетым в тренировочном зале и, представьте себе, нигде особенного знака метеора не обнаружил. Это я его нашел. Он мой. Вы его переманили. Я говорю, он сам пришел. Он ищет настоящего тренера, у которого есть чему научиться. Привет, товарищ. Не волнуйтесь, Иван Васильевич, я знаю, как его взять. Подождите. Ничего, ничего. Послушайте, Шишкин, отдайте нам нашего новичка. На, не отдам. Почему? Вы же у нас его переманили. Да ничего подобного. Я же вам сказал. Он ищет настоящего тренера, у которого есть чему поучиться. Привет. Лубяга! Есть, Лубяга. Дай мне пистолет. Зачем? Пристрелить Шишкина. Простите меня, я хотел с вами познакомиться, но если вам это неприятно, то... Почему? Здесь ничего нет плохого. Нина Грекова. Крутиков, Никита. Ой-ой-ой. Простите, не рассчитал. Вы боксер? Да как вам? Да? Какого разряда? Пока еще никакого. А какого общества? Одного с вами. Что-то я вас не помню. Ну как же? Да вот. Членская книжка. Так вы мотор, а я метеор. Ах, вот оно что. А где помещается ваш метеор? А вон точной трибуной. Простите. Хорошо. Хорошо. Очень хорошо. Оп, видишь, какой молодец. Нет. А ты что, все жуешь? Витамин. Знаю. Б. Нет, С. А. Человека необыкновенный удар. Вот это и есть Никита Крутиков. Здравствуйте. Здрасте. Вышла неувязка, товарищ начальник. Теперь прибыл ваше распоряжение. Пойдем, пойдем. Послушайте, Лубяга, отдайте новичка. Не, не отдам. Так ведь вы у нас его переманили. Он сам к нам пришел. У него есть чутье. Он нашел настоящего тренера, у которого... Есть чему научиться. Привет, Шишкин. Прежде всего, надо понять, что такое бокс. Это наука.
Это искусство. Это обмен знаниями при помощи жестов. Вот вы моложе и сильнее меня, но не владея в совершенстве техникой, вы будете против меня беспомощны. Вот это я вам сейчас покажу. Пойдем. Вот, стави сюда. Вот, иди. Вот стойка. Так. Правая рука защищает челюсть. Вот так, нет, нет, нет. Вот. Во, во, вот так. Вот. Больше непринужденности во всей фигуре. И освободи мускулатуру. Легче, легче, больше, легче. Ну, давай, начнем. Да не так, не так. Да не так. Я когда-то был классным боксером. Чемпионом Петербурга в 1910 году. Ну, давай, да, прикрывай живот. Хорошо. Следи за работой ног. Ну, о. Ноги, ноги, ноги. Так, так, давай. Давай, давай. Давай. Защищайся. Вот. Так, так, так. Крюк, давай справа. Ай, а я ушел. Давай еще. Ай, опять ушел. Давай, давай. Ну, ушел. Вот, так. Выступай. Так, хорошо. Так, так. Смотри за мной. Наблюдай за мной. Смотри, смотри. Видишь? Давай. Так, так, так. Вот. Давай дальше. Раз, два, в угол, иди в угол. Раз, два, три, четыре. Ну, ударчик, я тебе скажу. Но я же не хотел его ударить. Я понимаю, понимаешь? Понимаю. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Аут. Что с вами, Иван Васильевич? Простите, я же не рассчитал. Симфония. Отличный удар. Как челюсть сломана. А? Сломана. А? Нет. Цела. Жаль. Очень. Поздравляю. Вы будете чемпионом. Но для этого во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи. Иначе вам удачи не видать. Сегодня бой с Поспехиным. Имей в виду, это лучший из новичков. Готов? Да, благополучно. Серьезнее противник. Чего он ее обработает? Я в этом не сомневаюсь, но будь осторожен. Держи его на дистанции. Во-во, держи его на дистанции. В угол! Раз, два. О. Четыре, пять, шесть, семь,
бокале первенства ты встретишься с мастером спорта. Будь осторожен, держи его на дистанции. Нет, нет, наоборот, навязывай ему ближний бой. Навязывай ему ближний бой. В этом будет твое преимущество. Безусловно. По боксу в спортивном обществе «Метеор» занял быстро прогрессирующий молодой Никита Крутиков. Недавний новичок Крутиков вырастает достойного соперника чемпиона Москвы Рогова. Тренирует Крутикова заслуженный мастер спорта И.В. Привалов. Боксерский тот дел здесь ли? Здесь. Боксу обучаться? Никиту Крутикова повидать бы. А вы что, ему родственник? Отец, дядя? Приезжие из Сибири по делу. А, вон что. А они сейчас после тренировки на водном стадионе воздухом дышат. На старт! Внимание! Марш! Здравствуйте. Здравствуйте, Иван Васильевич. Ну вот, свободное место. Афанасий. Прошу вас. Афанасий, умоляю тебя, ну я тебя умоляю. Два раза кофе и булочку. А мне что-нибудь похолоднее? Два раза кофе погорячей и булочку. А? А? Ну вот что, Никита, пойдем наверх, там поспокойнее будет. Шишкину. Здравствуйте. Ну как поживает наш будущий чемпион? Как видите. Слушайте, И.В. Привалов. Да. Вам повезло. То есть? Имея Крутикова, даже такой тренер, как вы, можете добиться успеха. А вот Рогу не повезло. Имея такого тренера, как вы, он должен опасаться поражения от новичка. До свидания. Что тебя там так интересует? Да нет, ничего, Иван Васильевич. Вот твой противник. Туда и смотри. Сейчас я познакомлю тебя с Крутиковым. Он довольно-таки темная сила. Не то бывший таежный охотник, не то золотоискатель. Поговори так с ним, знаешь. Пусть знает свое место. Почему? У него приятное открытое лицо. Открытое лицо противника приятно для ударов в челюсть. Понятно? Пошли. Я тебя сейчас с ним познакомлю. Постарайся произвести на него хорошее впечатление. Сделай вид, что рвешься в бой, готов разорвать его на куски. Пойдем. Я давно с вами мечтал познакомиться. Да, признаться, все побаивался. Умные люди говорят, что это я должен побаиваться. О, здорово. Хорошо. А вы не родственник профессора Рогова? Сын. Ах, вот как. Я книгу вашего отца по эндокринологии очень хорошо знаю. Вы занимались эндокринологией? Ага. А мне говорили, что вы не то таежный охотник, не то золотоискатель. Это я до войны работал за техником в таежном совхозе. Оленей разводил. Разве вы не читали в «Правде» о нашем совхозе?
простите, не приходилось. Ну, директор у нас очень известный. Кошелев Порфирий Михайлович. Афанасий, умоляю тебя, ну я тебя умоляю. Никита! Никита! Вот ты где, брат, на силу нашел. Порфирий Михайлович! Здравствуйте! Здоров, жив, здоров! Здоров, вот демобилизовался. Ну и хорошо, я домой еду, вместе поедем. Не могу, Порфирий Михайлович. Вот познакомься, мой тренер. А вот мой директор. Тренер по боксу, Бревалов. О, знаю, читал. Вот ты чем занимаешься. На хвачках бьешься. Товарищи, пойдемте, пойдемте. Там наверху нам приготовили, мы там и потолкуем. Пожалуйста. Ну, Порфирий, пожалуйста. Маруся! Ну, водочки. Не-не-не. Да холодненько. Никакой. Ну, шампанского. Шампанского. Ни в коем случае. Давайте пиво сюда. Пиво. А пиво для него яд. Что тебя там так интересует, Никита? Нет, ничего. Ну, брат Никита, плохи твои дела. Хуже каторги. Нет, я тоже не пью. А обоим нельзя? Нельзя. Ну, должен вас предупредить, товарищ тренер. У Никиты очень тяжелая наследственность. Что вы говорите? Да. Его отец как-то в тайге с медведем повстречался. Ага. Здорово его покалечил. Медведь отца? Нет. Отец медведя. Очень тяжелое наследство. Глядите, как он кому не свернул. Это вполне возможная вещь. А вообще говоря, я против бокса не возражаю. Это дело доброе, для здоровья полезное. Но ведь надо же и домой. Пора за дело приниматься. Вы не понимаете, Никита занимается боксом не для забавы. Он ведет напряженную тренировку, строгий режим, отказ от всего того, что... Немедленно! Не беспокойтесь, Иван Васильевич, я разузнаю все обстоятельно и точно. Милый друг, наконец-то мы вместе. И плыви наша лодка вниз. Сердцу кажется у нас с тобой вместе.
Вы любите мечтать, Нина? Люблю. А вы мечтали когда-нибудь ночью в тайге у костра? Нет. Это должно быть очень интересно. А вы поехали? В тайгу? А что же я там буду делать? Работа для всех найдется. А какой край? Кругом простор. Вдали розовеют сопки. Ветер с Хингана снегом пахнет. И вы бы хотели туда вернуться? Да. А я думала, что бокс для вас главный. И что вы не остановитесь на полпути. Нет. Главное, это вы, Нина. Я? Что вы, Никита? Верно. Я из-за вас и в Москве застрял. И боксером стал, чтобы быть к вам поближе. Помните, когда я первый раз пришел на стадион? Помню. Я без вас не могу, Нина. Мы должны уехать вместе. Нет, Никита, я вам сейчас ничего не скажу. Почему? Я думала, все это бывает как-то по-другому. Совсем не так. Я ничего не понимаю, Никита. Ну, когда же, Ниночка? Я вам скажу потом. Я хочу подумать, Никита. Смотрите, Никита, солнце всходит. Если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов, водой холодной обливайся. Если хочешь быть здоров, нам полезней солнце, воздух и вода. От болезней помогают нам всегда, от всех болезней нам полезней солнце, воздух и вода. Ну что? Спит. Когда лег? 8. Так рано? Утро. Так поздно? Всю ночь катался на яхте с девушкой. Выбега, да. Мы переживаем критический момент. Безусловно. Вернее, два момента. Безусловно. Даже три. Безусловно. Первый – это девушка. Да, я Никиту знаю. Если он полюбит, значит, это серьезно. А если серьезно, значит, женится. А если женится, значит, прощай все. А если прощай все, какая тут тренировка? Верно, верно. Это самая большая угроза. Беру девушку на себя. Второй момент. Совхозный директор. О, это опасный противник. Да, да, да. Он не успокоится до тех пор, пока не увезет Никиту в эту проклятую тайгу. Безусловно. Этим моментом займешься ты. Есть. Гляди в оба. Понятно, понятно. А где супруга? А это третий критический момент. Уехала в Степановку. В Степановку зачем? Устраивает меня завхозом в поселок работников каких-то искусств. Говорит, природа кругом. Заведем, говорит, коз. Ты эту женщину знаешь, у нее тоже таежный характер. У моей такой же. Завтракать будешь? Аппетита нет. А, ну садись. Бяга, да? Если мы переживем эти критические моменты... А мы должны их пережить. Тогда все в порядке. Первенство Москвы. Крутиков выступает против Рогова. Первый раунд — разведка. Второй раунд —
Противник бешеный, но безрезультатно атакует. Защита Крутикова безупречна. Школа И.В. Привалова. И вот Никита перешел в наступление. Мощный хук! Симфония! Ребята, открой, жена вернулась. Лубягово! Иван Васильевич, а? Там какая-то гражданка. Я бы даже сказал, дама пожила в такой шляпе, солидной. Кто такой? Вообще не знаю. Что ей нужно? Не знаю. Удобно. Там. Что там? Все там. Понеси. Садитесь, пожалуйста. Иван Васильевич сейчас будут. Простите, пожалуйста. Пардон. Виноват. Пардон. Располагайтесь, пожалуйста. Боже мой. Привалов. Прошу. Вашим услугам. Я ненавижу бокс. В таком случае вам надо обратиться к моей жене. С ней вам будет легче договориться. Нет, мне нужно именно вы, а не ваша жена. Пожалуйста. Вы тренируете молодого человека по фамилии Крутиков. Видите ли, ваш Крутиков должен драться с Юрием Роговым. Совершенно верно. И я хотела бы... Вот, возьмите, пожалуйста. В чем дело? Деньги. Сейчас же возьмите ваши деньги и уходите. Советские боксеры не продаются. О, простите, я не хотела вас обидеть. И никакие ваши происки не помогут. Крутиков будет драться с Роговым и побьет его. Об этом я и мечтаю. Как? Пусть побьет, и как можно сильнее. За что вы ненавидите так Юрия Рогова? Я ненавижу Рогова? Да как вы смеете? Юрочка мой единственный сын. Вы мать Юрия Рогова? Да, я мать Юрия Рогова. Не понимаю. Не понимаю. Прошу. Я сейчас объясню вам все. Мой муж, отец Юрия, выдающееся светило эндокринологии. Как же, это мне известно. И мы мечтали, что Юрочка продолжит дело отца. Он такой способный мальчик. И вдруг это ужасное увлечение бокса. Вообразите, мальчик стал плохо учиться. Перед каждым состязанием вся наша семья надеется, что Юрочку побьют. И при его самолюбии он, конечно, охладеет к спорту и, наконец, займется наукой. Но я тут при чем? Вы думали, дополнительные уроки? Я на все готова. Нам же так нужно, чтобы Юрочку побили. Не обижайтесь, простите меня. Умоляю, я не выношу женских слез. Успокойтесь, сударь, все будет в порядке. Ручаюсь вам всем своим опытом, мой Никита сделает из вашего сына отбивную котлету. Конечно, конечно. Спасибо вам. Большое спасибо. Вы меня так успокоили. Я немного проспал? Да, немного. После бессонной ночи это ни к чему. Можешь не прыгать. Ты уже допрыгался. Ты на меня сердишься, Иван Васильевич. Нет, я в восторге. Кто она? Как ее зовут? Нина Грекова.
Нина, наша художественная гимнастика. И она согласна быть твоей женой? Будет согласна. Я упрямый. Да ты не огорчайся, все будет хорошо. Вот когда мы с Ниной поедем на Дальний Восток, так, мы и тебя прихватим. Ты будешь работать в совхозе. Ага. Заведовать хозяйством. Хотя бы. Хозяйство у нас богатое, кругом тайга. И козы? Сколько угодно. А Рогова кто побьет? А зачем его бить? Он очень хороший парень, пусть остается чемпион. Чемпионом будешь ты. Понимаешь ли ты, что такое чемпион? Это 200 миллионов нашего народа. И ты первая перчатка Советского Союза. Это большая честь, большая ответственность. На мировых первенствах ты защищаешь славу нашей страны. Кто такой? Откуда, спрашивают? Из Советского Союза, с Дальневосточного совхоза, Никита Крутиков. А Никита Крутиков спит до 2 часов и не понимает, почему он должен победить Юрия Рогова. Я до сих пор не могу понять, что же вы от меня хотите? Я хочу, чтобы Никита Крутиков потерпел поражение. Бросил бокс и уехал домой. Да вы не волнуйтесь, он и уедет. Рогов в блестящей форме. Он побьет Крутикова. Да в том-то и дело, что Никита искалечит вашего Рогова. Он будет чемпионом и навсегда останется в Москве. Ну, отыщите его слабое место. Любит он чего-нибудь? Тайгу, оленей, медведей? Еще бы. Ну, бейте по тайге. Вот этот вариант меня устраивает. Ниночка, разрешите, это я, Привалов. Входите, Иван Васильевич. Здравствуйте. Здрасте. Ниночка, я человек прямой и решительный. Я знаю все. Вы любите моего Никиту. И это вас огорчает? Меня? Да я в восторге. Вы его любите? Да. Но вы ему еще об этом ничего не говорили. Нет еще. Но я ему собираюсь сказать. И скажу, может быть, даже сегодня вечером. Очень хорошо. Но сегодня этого делать нельзя. Почему? Вы должны подождать до его победы над Юрием Роговым. Зачем? Я люблю просто Никиту Крутикова, а не чемпиона Москвы. Если это вы сегодня ему скажете, то он не будет чемпионом. Он бросит все и уедет к себе в тайгу. Да, вместе со мной. Я вас прошу подождать не для меня, а для него, для Никиты. Нет, вы его не любите. Нет, люблю. Если бы вы его любили, вы бы думали о его будущем. Иван Васильевич! А вы уверены, что бокс его будущее? Да. И вот когда он познает радость победы, он будет. Хорошо, Иван Васильевич. Я подожду. Иван Васильевич, совхозный директор уезжает сегодня вечером. А, второй критический. Ага. Очень хорошо. Смотрите, Порфирий Михайлович идет. Застрял. Да-да-да. Не вырваться. Нет, никак. Не вырваться. Попал. Вот. Здравствуйте, товарищ директор. Добро пожаловать. Здравствуйте, товарищ тренер. Здорово, Никита. Здрасте, Порфирий Михайлович. Я думал, что вы уехали, не попрощавшись. А, попрощаться ли? А, садитесь, пожалуйста, Порфирий Михайлович. Прощайтесь, а мы пойдем. Не знаю, как ты, брат, а я соскучился по родным местам. Охоты у нас в этом году не бывало. Ну да. Да. Война стронула зверя с маньчжурских сопок. Появилось много тигров, кабаны, медведи. Не дождусь, когда приеду. Я все
представляю, как мы с тобой рано утром на охоту пойдем. А на рассвете ветер с Хингана снегом пахнет. А мы с тобой побродим. Подзакусим. Хорошо? Хорошо. Поедем. Нет, Порфирий Михайлович, не поеду. Пойдемте. Первой критической. Не беспокойся, этим моментом занимался я сам. Ниночка, познакомьтесь, мой директор Порфирий Михайлович. Кошелев. Нина. Очень приятно. Простите, товарищ, на одну минуточку, товарищ директор. Простите, пожалуйста. Пожалуйста. Я хочу поговорить с вами, Нина. Ну, как наши дела? Никакого денег. Счастливого пути, товарищ директор. А вдруг она скажет ему сейчас? Тогда все пропало. О чем вы хотели со мной поговорить, Никита? Я жду, Нина. Мы же условились. Нет, скажите сейчас. Я вам скажу, но только не сейчас. Почему? А когда ваш бой с Юрием Роговым? А какое это имеет значение? Большое. Не понимаю. Вы потом поймете. Мы будем танцевать, Никита? Нет. От вашего ответа зависит... Что зависит? Наш отъезд. Я вам скажу только после вашего боя с Юрием Роговым. А хотите, бой будет сейчас, на танцевальной площадке? Что вы, Никита? Мне нужен ваш ответ. Вы хотите уехать? Да. Вместе с вами. Я вам скажу, только не сейчас. Все ясно. Мне вы сказать не можете. Я же еще не чемпион Москвы. Ты что? Да нет, ничего, Порфирий Михайлович. Хочешь уехать? Хочу. Я отдам тебе свой билет, а мне все равно надо задержаться в Москве. Только без шума, Порфирий Михайлович. Хорошо, хорошо. Мы скажем, что ты поедешь провожать меня на вокзал. Во-во. Товарищ директор! Да? Не опоздайте на поезд. Нет, не беспокойтесь, сейчас еду. А вы не будете возражать, если Никит проводит меня? Разрешите, Иван Васильевич? Пожалуйста, пожалуйста. Товарищ директор, поторапливаться надо. Счастливого пути. До свидания, товарищ директор. А ты как проводишь? Прямо домой. Ты на меня не обижайся, Иван Васильевич. Да что ты, что ты. Товарищу директору. Товарищу тренеру. Все в порядке. Прощай, Лубяга. Ой, не все в порядке. Что с вами? Почему вы такая грустная? Мне показалось, что... Поверьте мне, все будет в порядке. Разрешите вас пригласить на вальс? Вы танцуете? Откровенно говоря, давненько не танцевал. Так что берегите свои ноги. Пойдемте. Поторапливаться надо. Сейчас, сейчас. Это куда же ты, Никита, собираешься? Прощай, Лубяга. Уезжаю навсегда. Да нет, ты шутишь, ты просто шутишь. Какие тут шутки? Не любит она меня. Да это мы утрясем, отпустите ее отсюда. Нет, Лубяга, не утрясем. Я сам с ней поговорю, не беспокойся. Поторапливаться надо. Иду. Лубяга. Да? Ты вот эти вещички отдашь Ивану Васильевичу. Он расстраивается будет, что я уехал. Но, видно, не суждено мне быть чемпионом. Ну, прощай. Нет, Никита, никуда ты не поедешь, никуда я тебя не пущу. Да ты что, смеешься, что ли? Нет, только через мой труп, так приказал Иван Васильевич. Лубяга. Что? Иди сюда. Иди сюда. Эй! Никита! Никита!
приехал. Директор. Нет, нет, к себе навсегда в тайгу. Вот, просил вам передать. Что вы наделали, Иван Васильевич? Я виноват. Я. Что ж ты стоишь? Паша? Моментально на вокзал. Скорее, может, успеем. Нет, поздно. Поздно, Иван Васильевич. Поезд отходит в 23.00. Вот. Уехал. Я знала, чем это все кончится. Эх, Никита, Никита, богатырь, орел, лев. Нам полезней солнце, воздух и вода. От болезней помогают нам всегда от всех болезней. Нам полезней солнце, воздух и вода. Симфония. Господи, и до чего этот проклятый бокс может человека довести? Ничего, ничего, обойдется. Вы ему литку на голову положите. Чаю не пьет, молчит. Ясно? Чаю не пьет. Ясно? Нет, не ясно.
Гражданин! Гражданин! Обождите! Обождите, гражданин, товарищ пассажир. Извиняюсь, у вас билет до Владивостока? Да. Раньше времени выходить не полагается. А этот поезд на Москву? Ну вот он мне и нужен, ясно? Нет, не ясно! У вас билет до Владивостока? Ну да. Вот поезд на Москву. Ну а я передумал, ясно? Нет, не ясно, пожалуйста, на свое место, ясно? Нет, папаша, не ясно. Прощай. Здравствуйте. Думал, не узнаете. С отъезда Никиты не виделись. Провожал его. Когда поезд тронулся, у него были такие грустные глаза. Грустные, да? Да, грустные. И я понял, что не по боксу он затасковал. Нет. Я понял, что он любит одну девушку, а девушка его не любит. Она любит его. Любит! Поехали! Будете у нас художественную гимнастику преподавать. Ведь этого ни в одном таежном совхозе нет. Ну, билеты обеспечены, послезавтра едем. Так я же не успею собраться. Ах, да вместе соберемся, что вы. Место вполне хорошее. Вид на реку, кругом березки, сарайчик около дома. А в сарайчике будет жить козочка. Молоко будешь пить. По утрам будешь ходить рыбу ловить. Идешь, а кругом птички поют. На, прими 10 капель. Сарайчик, козочки. Аут. Лубяга пришел. Здравствуйте, Иван Васильевич. Как здоровье? Сдал ИВ Привалов. А сегодня 15 сентября. Не пойдет. Хватит бокса. Разреши. Мои ученики не удобны. Нет, нельзя, но у него градусы. Ах, градус. Вы, пожалуйста, понимаю, посидите, понимаю. Я пойду в магазин. Хорошо, я скоро буду. Хорошо, хорошо. Не забудь 10 капель через полчаса. Еще чайку, Порфирий Михайлович. Благодарю вас. А может, мы к Никите как снег на голову явимся. Безо всякой телеграммы. А вы думаете, он доехал? Ну, конечно, доехал. Нет, Порфирий Михайлович, лучше дать телеграмму, пускай нас встречает. Ну, с вокзала дадим, время есть. Поезд отходит 23:00. Пускай встречает. Внимание! Говорит редакция специального выпуска «Новости спорта». Наш микрофон установлен в зале Дворца тяжелой атлетики, где происходит розыгрыш первенства Москвы по боксу. Спортивные клубы Москвы выставили для этих ответственнейших встреч своих лучших боксеров.
С моего места отчетливо виден ринг и каждое движение боксера. Я постараюсь, мои дорогие слушатели, передать вам полную картину всего происходящего на ринге. Соревнования уже начались. На ринге боксер легкого веса Сергей Пустотенко, спортивное общество «Метеор», и Федор Смольцов, спортивное общество «Мотор». Первый раунд. Иван Васильевич! Иван Васильевич! Лубега! Иван Васильевич! А «Метеор»-то проигрывает. Кто выступает против Рогова? Записан ты, а будет выступать запасной Иванов. Я буду драться сам. Будешь? Да. Подожди здесь. Иван Васильевич! Кто такой? Никита вернулся. Вот что? Он хочет выступать против Рогова. Не допущу! Он две недели без тренировки. Тогда он опять уедет. Верно. Уедет. А что же делать, а? Если он выиграет, он уедет. А если... проиграет, уедет наверняка. О, нет, ты не знаешь Никиту. Он самолюбив. Никиту на массажный стол! Есть. Я пойду договориться. Нельзя, товарищ, нельзя. Как дела? Шишкин пытался возражать против твоего боя с Юрием Роговым. Но я категорически поставил вопрос. Давай, давай, давай. Никого не пускать. Есть, никого не пускать. Как дела? Я категорически протестовал. Но Привалов настоял на своем. Совершеннейшая неожиданность, что Крутиков вернулся. Ну что ты волнуешься? Тем интереснее. Я согласен, интереснее. Но будь осторожен, избегай ближнего боя. Встречай прямым слева. Мама? Меня прислал отец. Вы поссорились. Ты ушел, хлопнув дверью, Юрочка. Еще бы. Профессор назвал его бездельником. Ты должен понять отца. Это только потому, что он любит тебя, Юрочка. Мадам, прошу извинить. Просто это родительский эгоизм. Родители всегда хотят, чтобы дети были их продолжением. Каждый удар, который ты наносишь противнику, отлетает рикошетом в твоего отца. И в меня тоже. Прости, мама, но ведь я сдал экзамены. Это не важно. Отец прислал меня к тебе с ультиматумом. Он выбрал для этого удивительно подходящий момент. Мадам, прошу извинить. Твой отец требует, чтобы этот матч был последним. Ты должен бросить это безобразие и, наконец, заняться наукой. Иначе я даже не знаю, что будет. Господи, да чего я ненавижу этот бокс? Ну, что ты нашел в нем? Ну, играл бы в теннис, это красиво. Ну, катался бы на коньках с девушками. Все-таки музыка играет. Но драться кулаками, как пьяный извозчик, нет, это слишком. Стоп. Владимир Иванович, халат. За что? За что мне такое испытание, Юрочка? Ты не понимаешь, мам. Бой на ринге — это прекрасно. Полное напряжение силы и воли. Месяцы и годы тренировки, сжатые в минуты. Правильно, Юра. Скажи, Юра, ты это придумал сам или вместе с своим тренером? Мадам, это тоже не важно. Поймите, у Юры сегодня серьезная встреча с Крутиковым. Никита, он вернулся! О, боже, какое счастье! Сегодня случится то, о чем мы так давно мечтали. Никита Крутиков сделает из себя отбивную котлету. Thank you.
Ну что, ты говорила с Юрием? Да, он непреклонен. А я-то думал, что честь нашей семьи в надежных руках. Не расстраивайся. Приехал Никита Крутиков. Сейчас он научит Юру уважать родителей. Восторженные аплодисменты. Это зрители приветствуют своего любимца, чемпиона Москвы Юрия Рогова. 120 побед одержал молодой чемпион. Это его 121 бой. На ринге Никита Крутиков, спортивное общество «Метеор». 6 месяцев тому назад Никита Крутиков впервые надел боксерские перчатки. Сейчас он стоит на Никита. Ринге. Да какой Никита? Он же давно дома. Не отрываясь, следят. Да он здесь, на ринге. Он не может того быть. Я его самолично в поезд посадил. Эмблема общества «Метеор», слушайте, Порфирий Михайлович, которого он защищает. Многие горячие головы предсказывают победу Никите Крутикову. Но мы с вами, дорогие слушатели, не будем торопиться с выводами. Будем придерживаться старинной боксерской истины. Пусть победит лучший. Тренеры дают последние наставления. Не торопись, береги силы. Не торопись, но и не теряй время. Боксеры на середину. Гонг! Бокс! Крутиков взял быстрый темп. Это разведка боем. Рогов старается уйти. Бросит бокс. Надо полагать. Первый раунд показал явное преимущество Никиты Крутикова. Неослабевающий темп, быстрые и точные удары, и во всем видна школа ИВ Привалова. Thank you.
жена. Васильич, Иван Васильевич, Иван Васильевич. Иван Васильевич! Садитесь, куда лезете? Вот, молодец. Молодец, Савельич. Вот, кажется, Крутикову удалось нащупать слабое место Рогова. Никита, давай, давай! Так его! Так, держись, у нас! Вот, сейчас он его побьет, и Иван Васильевич освободится, хорошо? Атаки Крутикова. Так, так, так. Молодец, Крутиков. Молодец, очень хорошо. Удар. Еще один удар. Еще удар. Не те удары. Нет, не те, не те. Смотрит милиция! Теряющий силы чемпион прижат к канату. Чай прямым слева, у него открыта челюсть. Обман! Обман! Рано гонки дали! Рано гонки дали! Не дали добить! Что не так? Что не так? Нокаут! Блин! Блин! Рано гонки дали! Обман! Рано гонки дали! Вы слышите крики огорченных болельщиков. Победа Крутикова была так близка. Но я воспользуюсь перерывом и напомню вам правила бокса. Каждый раунд длится 3 минуты. И когда они истекают, раздается гонг. Стоило судье произнести 2 слова. 9 – аут. И звание чемпиона перешло бы к Никите Крутикову. Только 2 слова. Судья не успел их произнести. Гонг прервал счет. Время спасло. Да, пока мы с вами совершали экскурсию в область правил бокса, время перерыва истекло. Сейчас раздастся... Защиты нет. Челюсть открыта. Как быстро меняется обстановка в боксе. Рогов перешел в контратаку. Град молниеносных ударов. Крутиков едва успевает прикрываться.
все, проиграл. Что значит две недели без тренировки? Снова Крутиков. Нет, нет, Рогов. Нет, опять Крутиков. Рогов. Опять Крутиков взял инициативу. Одержал 121-ю победу. Крутикову нужно еще много, очень много работать над собой. Это не так просто, товарищи, завоевать звание чемпиона. Уедет. Не уедет. Уедет. Не уедет. Никита, а ты проиграл потому, что ты сорвал тренировку. Но ты должен был выиграть у Рогова. Ну, прощай, Никита. Уедет. Не уедет. Не уедет. Где Никита? Второй критический. Эх, товарищ тренер, парнишку-то не в форме выпустил. А кто виноват? Виноват. Где Никита? Вот. Здорово, Никита. Здравствуйте, Порфирий Михайлович. До куда ехал? Почти до конца, я переоденусь. Ну-ну. Назад поедем, Никита. Тебе здесь больше делать нечего. Два билета у меня есть. Невесту я тебя сосватал. Да вот она. Третий критический. Иван Васильевич! Иван Васильевич! Тебе здесь больше делать нечего. Пойдем. Тебе надо принять 10 капель. Уедет. Сарайчик, козочки. Я завхоз. Уедет. Уедет. Поезд отходит 23:00. Я завтра самолетом. Вас на месте встречаю. Поторапливайся. Поедем. Чтобы я уехал битым? Нет, Порфирий Михайлович, это не по-нашему. Я не поеду. Вот только сейчас на ринге во мне родился боксер. Я не знаю, буду ли я чемпионом, но битым я не уеду. Я остаюсь с тобой, Иван Васильевич. Почисти, говоря, правильно ты надумал. По-нашему, по-сибински. Я знал, что ты не уедешь. Мы знали, что ты не уедешь. Вот теперь мы с тобой добьемся победы. Довольно бокса. Хватит. Нет, не хватит. Нет, не хватит, гражданочка. Нельзя же ему битому стукнуть. А? Первый критический. Никита. Нина, мы остаемся. И вы победите, Никита. Ты победишь. Ты будешь первая перчатка Советского Союза. Но для этого... Боксер, постановка, закал, тренировка.